Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки недорогих, но в то же время качественных силиконовых приманках. В данном случае это виброхвосты от компании Helios. Моделька называется YAP. Данные виброхвостики у нас идут длиной 8 см. Поставляются они в упаковке в количестве 7 штук. Упаковочка выглядит у нас таким вот образом. В данном случае расцветка фосфорус, то есть у нас данные приманки светонакопительные, если подержать их на свету, то в темноте определенное время они будут светиться. На упаковке, кстати, имеется очень классная, скажем так, и полезная, на мой взгляд, реклама, что я поддерживаю. Мы против свободной продажи сетей, всеми руками и ногами за это. В состав приманок включены соль и специальные аттрактанты. То есть приманочка у нас съедобная получается. Внутри упаковки приманки находится в пластиковом таком контейнере. Сам виброхвост выглядит таким вот образом. Прогонистая форма тела. Виброхвост более утолщенный в головной части и в брюшке. Далее виброхвостик у нас не широкий. Головная часть ярко выражена. Имеется имитация в виде выступов жаберных крышек, глаза, также боковые плавники. На этом цвете, скорее всего, плохо будет видно. Имитация плавничков, насечка, имитирующая чешую, спинной плавничок. Также снизу анальный, как я понимаю, плавник у рыбы. Также здесь по детализации все очень достойно. На спинке имеется прорезь под маскировку жала офсетного крючка. А на брюшке прорези никаких нету. А пяточка выглядит таким вот образом. Пяточка овальная, довольно-таки средняя по мясистости, не сильно тоненькая, не сильно утяжеленная. По эластичности виброхвостик довольно эластичный, здесь нареканий никаких не имеется. Оснащать данную силиконовую приманку можно офсетным крючком, двойным крючком, одинарным крючком и джуголовкой, жестко впаянным в нее крючком. Приманка подойдет для многих поводковых оснасток, отлично подойдет для равномерной проводки, джиговой проводки, пелагической проводки в толще воды и для различных анимаций, вариаций с поводковыми оснастками. Кстати, на одной стороне данной приманочки имеется надпись Helios, то есть название бренда. А в общем и целом, подводя итог, виброхвосты довольно качественные, отлично подойдут для ловли некрупной щуки, судака и крупного окуня. Данные силиконовые приманочки можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.